В Дагестане действует новая форма государственной поддержки. На нее может рассчитывать каждый товаропроизводитель, который вырастил и сдал на переработку лицензированным убойным пунктом мясо в живом весе. На совещании в Минсельхозпроде отметили, что за каждый килограмм такого мяса аграрии могут получить субсидию в размере 50 рублей. На это предусмотрены соответствующие средства в республиканском бюджете с использованием механизма софинансирования из федерального. Для этого фермеру нужно предоставить Минсельхозпрод Республики Дагестан платежное поручение для получения субсидии.